Вы смотрите Мэлан Рич ТВ, и с вами я, Анна Блинова. Сегодня мы находимся в клубе «Агломерат», где проходит модный показ звездного дизайнера Андрея Пономарева сезона «Весна-лето 2018» Above Only Stars. Если вы хотите окунуться в индустрию моды и подробнее узнать о творчестве дизайнера, тогда оставайтесь с нами. В прошлом году я, например, ходила очень много в вещах Андрея Пономарева. Я безумно люблю этот стиль, потому что он ни на что вообще не похож. Он может сочетать кожу с какими-то очень-очень тонкими материями. И это смотрится настолько эксклюзивно, настолько тонко, настолько дорого. Я не припомню ни одного, на самом деле, дизайнера, который бы вот так вот мог сочетать, скажем так, сочетаемое с несочетаемым, чтобы это так красиво смотрелось. Мое знакомство с Андреем состоялось 6 лет назад, когда он приглашал меня на неделю высокой моды и показывал шубы, коллекцию от Пономарева зимняя была, и он подарил мне на этом показе норковые рукавички. Конечно же, после этого мы с ним работали вместе и на клип, костюмы он мне делал, и также для просто сольной работы, и для меня, и для моего балета. Я себе уже присмотрела, просто жду, когда Андрей немножко будет посвободнее и сошьет мне такой костюмчик моего размера, потому что я его видела на крупной модели. Андрюша, я знаю уже достаточно давно и хожу на все его показы. Действительно очень талантливый человек, с таким действительно своим видением и моды, но при этом остающийся в тренде, то есть то, что действительно актуально на данный момент. Но вот гардероб мой не пополнен его нарядом, это упущение, Андрей. Мы сотрудничаем с ним уже давно, и он создал для меня несколько сценических костюмов и образов, и также и для моего балета, поэтому я с большой радостью и с большим трепетом в душе пришла сегодня на показ, и очень хочется что-нибудь прихватить прямо с подиума. Меня практически перед выходом на сцену поставили перед фактом, что я буду взлетать. Я боюсь высоты, и поэтому я летал практически с закрытыми глазами, потому что мне это было страшно. Кто-то любит кожу натуральную, кто-то искусственную кожу, поэтому в этой коллекции я решил, ну, показать, что можно и в одежде совмещать абсолютно и то, и то. Вот и подошел к концу космический показ Андрея Пономарева. С вами была Анна Блинова, Мэлан Рич ТВ. До новых встреч!